главе муниципального образования Нежинский сельский совет Волчкову Виктору Алексеевичу от жителей поселка Аэропорт и садовых товариществ, относящихся к Нежинскому сельскому совету, коллективное обращение. Просим вас оказать помощь в решении сложившейся ситуации с ликвидацией въезда в жилгородок с поселка Пригородной и из жилгородка в поселок Пригородный. Считаем нецелесообразным данные действия со стороны администрации поселка Пригородный, так как не были учтены интересы жителей поселка Аэропорт и близлежащих СНТ. Наши дети учатся в учебных учреждениях поселка Пригородный. Мы, жители, пользуемся услугами амбулатории, магазинами, МФЦ и другими. С ликвидацией въезда, добираться через несколько километров до разворота в Нежинский сельский совет, до туда ехать, это не решение для нас. Неудобно, это даже мягко сказать, что нам неудобно. А некоторым даже проблематично, так как здесь проживает очень много детей, которые ездят в школу, и много очень стариков. В связи с этим остановка, которая является конечной около садика Створушка, тоже будет ликвидирована. Вот это тоже для нас является проблемой, которая является остановкой последней 156-го маршрута. До следующей остановки немалое расстояние, так как старикам и людям с работы как добираться, и детям. Жилгородка до той остановки нет освещения. В вечернее время после 6 это темно. Проезд в жилгородок Пригородный необходим также спецслужбам, скорой помощи, полиции, пожарным машинам, МЧС и так далее. В связи со сложившейся ситуацией просим вас оставить въезд жилгородка в поселок Пригородный, оставить конечную остановку 156-го маршрута около остановки садик Спорушка, содействовать в решении вопроса о развороте на трассе около поворота жилгородок. Также мы обращаемся к главе Оренбургского района Василию Шмарину и губернатору Оренбургской области Денису Пастырю. В случае, если наша просьба не сдвинется с мертвой точки, мы обратимся во все надзорные ведомства и непосредственно к президенту